На самом деле, вот эта вся идея, она зомби. Почему? Используется 21 кадр, используются специальные слова, используются даже шумы, которые я умею определять во время того, когда выступают. Используются мигающие, используется ложь, используется зомбирующая ложь, используется повторение, используются одни и те же фразы. Одни и те же фразы используются, причем триггеры ставят в виде NLP-программирования, это рычащие звуки. Они никогда не сидят, все время стоят. Они стоят так, чтобы там определенным образом смотреть в камеру. Это все работает как профессиональное построение системы влияния на людей. Верите вы? Нет. И я знаю, что сейчас там... Вновь начнут там обвинения, там плевать в мою сторону, говорит, Дуйко, ты сволочь, там всех спасаем. Это вам так кажется. Никто никого не спасает. На территорию Украины пришли войска, они пробуют забрать эту... Хотели Луганск освободить и Донецк. Да, но зачем тогда в Одессу вошли? А Херсон зачем? Что там делать? Позор вообще. Я настолько расстроен и настолько вижу это все. И вижу эту гадость всю, знаете, это просто ужасно.